Всем привет! Решил снять видео на тему оптимальности по длине ствола в практической стрельбе, если мы берем классы трубчатые, стандартные, помповые, модифицированные. Почему-то у большого достаточно количества стрелков, начинающих в основном, бытует мнение, что короткий ствол это как бы лучше, потому что там разворотите ружье, типа того, что в открытом классе стреляют 43-го ствола и как бы проблем нет никаких. Иностранные стрелки стреляют с более коротких стволов. Ружья, которые изначально предлагаются для практической стрельбы, типа триган-версии, они идут с более короткими стволами. И типа того, что вот все кругом короткие. То есть чем короче, типа того, что тем лучше. Тактические версии оружия, которые выпускаются, они тоже с короткими стволами. Как бы, мое мнение, оно некоторым образом отличается от такого. То есть я считаю, что оптимальная длина ствола это 71 сантиметр. Популярный, скажем так, размер, если мы берем. Почему именно такая? Во-первых, нужно понимать, что для стандартного помпового класса длина магазина, она, по крайней мере, должна быть патронов 11-12. 12 это оптимально. И в этом случае, как у меня здесь, с увеличенным колпачком, магазин на 12. Соответственно, ствол у меня как раз 71, он даже короче, чем магазин. Так зачем терять лишнее пространство наверху, когда у вас, к примеру, ствол короткий, он будет там посюда. Когда его можно использовать? Ведь длинный ствол обеспечивает большее ускорение боеприпаса, соответственно, у вас всегда фактор мощности будет выше, у вас будут лучше падать мишени, у вас будет более, кучная особь. То есть даже на стволах там 600-х люди, стреляющие, постоянно устанавливают там где-то на 0,25 сужение более тугие, нежели те люди, которые стреляют с длинного 71-го ствола. Потому что особь ложится менее кучно. Такое мнение. Почему именно 71-й ствол, а не 76-й в этом случае, ведь он тоже бы не вылезал за длину магазина. А все очень просто, потому что если вы вдруг захотите, например, из стандартного класса перейти в модифицированный и одеть дульный тормоз, то длины, общего габарита оружия, 1320 мм, вам уже не хватит для того, чтобы установить на 76-й ствол дульный тормоз. Вот и все. Соответственно, на 71-й ствол это сделать возможно без каких-либо вопросов. Такие мои мысли на этот счет. Всем пока!